оселі те, на що потрібно звертати особливу увагу і знати, як же зробити це абсолютно ефективно. Саме про ефективність захисту своїх домівок і взагалі усього, що у вас є, майна, ми саме з цим питанням звернулися до експерта з безпеки. Сергій Ковалевський сьогодні в нашій студії. І Сергій розкаже і покаже, як же зробити так, щоб ваше майно залишилося цілим і неушкодженим. Сергій, дуже рада вас бачити. Доброго дня. Здравствуйте. Ну що, я бачу, тут є приклади різних замків, різних варіантів захисту своєї оселі. І насправді вони, мабуть, сучасні та ефективні. Так? Да. Так і є. Да. Взагалі, незалежно від свого статку, люди хочуть захистити своє майно. Так? Захистити своє житло, захистити автомобіль, цінні речі – це особливо. І дуже часто люди помиляються, купуючи, наприклад, двері, так? І вважають, що двері там особливі, наприклад. Вони стоять, нічого вже з ними не буде, але злодій може піти через вікно, наприклад. Чи може піти там із іншого боку. Зараз злодій так само, як і господарі, вони розуміють, що з'являються нові технології. І треба йти попереду, на крок від них. Так, к сожалению, сейчас люди выбирают двери по их толщине, скажем так, их красоте, но не обращают внимания на безопасность. Безопасность – очень важный аспект, который важнее намного, чем красота и толщина этих дверей, которые они там выбирают. Угу. Поэтому лучше обращаться к экспертам, которые занимаются именно безопасностью, именно замками, потому что, как правило, базовые двери, которые люди покупают, там стоят максимально самые простые замки. И все же лучше после приобретения самой двери обращаться к людям, которые занимаются профильно замками и безопасностью, и все-таки делать тюнинг и устанавливать те замки и те решения безопасные, которые современные и действительно нужны. Потому что двери в основном, скажем так, производят и продают для того, чтобы, ну, замками теми, которые временные должны быть. То есть строитель поставил эту дверь, и чтобы сам собственник мог вибросити ключі і поміняти замок, і, скажімо так, ну, з таким розрахунком, так. Да. Ну, насправді, за статистикою, грабують заможних людей чи з середнім достатком, чи не дуже з середнім, а більш таки бідних? Все-таки воровують тих людей, які не подумали за свою безпечність, які поставили попроще двері, попроще замки, то есть... Але ж це дорого. Ставити ось такі ефективні і замки, і двері, і все, що стосується нашої безпеки, так? Чи не дуже? З одної сторони, так. Ну і хороший замок там стоїть $200-300, але він буде служити вам 20 років. Угу. Действительно безопасным решением. И когда клиенты приходят часто, они говорят, что дорого. А я им простой пример говорю. Вы смартфон покупаете каждый год новый и за $200. И как бы, ну, это среднеукраинская статистика. И это нормально как бы для вашего бюджета каждый год там полтора тратить эту сумму денег. А потратить такую же сумму денег на безопасность, один раз там на 15-20 лет, то есть вы не можете. Ну, угу. И получается такая вещь, когда самое главное в безопасности, и когда люди, получается, попадают в ситуацию, когда уже происходит, совершается вскрытие, скажем так, они потом начинают задумываться и уже не вже смотрят на деньги. Вже 100% вже ставлять те, що потрібно, да, так? Да. Яким повинен бути той самий замок, який захистить вас від будь-якого злодія? Є такі от універсальні? Универсальных решений нету, и тем более тенденции постоянно меняются. То есть нужно в идеале консультироваться с специалистами, которые занимаются именно открытием, установкой, продажей замков, и желательно с разных сфер. Угу. То есть можно простым методом сказать, что там, взять ключ и пойти там какие-то мастерские и к людям, мастерам, которые открывают замки, и спросить, за сколько вы там по времени откроете этот замок, сколько это будет стоить. То есть есть такие замки, есть такие решения, которые невозможно вскрыть без повреждения там, механизма. Вот, к примеру, вот этот ключ, там, он с магнитами идет. То есть 8 магнитов австрийцы придумали, не один десяток лет, куча патентов на нем сделано. Его невозможно открыть без повреждения самого механизма. Так, то есть это такой надежный, так, ключ? Да. Ось саме такий, ну, приблизно такий ключ повинен бути для вашого замка, так? Тобто, якщо це буде ключ отакий, от, як знаєте, звичний, часто розповсюджений, коли в нього тільки одна така решітка, наприклад, так, а тут немає таких 8 штук, ось як тут є, так, елементів, то той замок, мабуть, простіше. Той ключ простіше підробити, так, і швидше відкриєш двері, ніж ось цим.
Да, все верно. И, к сожалению, большой проблемой является то, что появляется все больше и больше информации. Видео уже в Ютубе показывают, как вскрывать замки. Интернет-магазины по продаже отмычек есть. И замки, которые там 5-10 лет назад еще более-менее они хоть какую-то защиту давали, и сложно было их скрыть. Угу. Появляются уже методики, инструмент готовый, который очень легко вскрывается. То есть есть... Еще одно, допустим, решение, если вы не хотите или по каким-то причинам не можете менять замок, есть такие вот накладки. Они идут с магнитным ключом, тут стоит много магнита в этом ключе. Так. И такую накладку можно купить и практически на любой замок установить сверху, то есть не меняя ничего, то, что уже старое было. И получается, вы, когда установили ее, подносите ключ, эти магниты срабатывают в правильном положении, и замочная скважина открывается. Ось так відкривається. Ну, такий вже, це, мабуть, один з новітніх методів захисту своєї оселі. Ось такий замок. Ну, це краще, мабуть, так? Чи є гарантія, що він може сам по собі защебнутися і зламатися, наприклад, в якийсь момент для вас непідходящий? Сломаться он вряд ли может, потому что итальянцы все-таки подумали про его надежность и, скажем так, долговечность. И 3 года на него гарантия идет, то есть довольно-таки неплохой срок. Плюс у него есть разные модификации, то есть вариант, когда он сам закрывается, захлопывается. Есть вариант, когда только ключом можно закрыть его. Угу. И самое главное, что можно установить его на любой замок, что это против отмычек, против того, что часто воры сейчас ходят, можно видео много смотреть, в социальных сетях появляется о том, что они ходят, светят фонариком, смотрят, какой замок, и выбирают жертву по замку. То есть, если... ось як. Есть, да, люди ж все ленивые, поэтому они ищут, скажем так, замок, который они знают, который они умеют. А цей замок вони ще не засвоили так, як треба. Они, во-первых, не усвоили, да, во-вторых, тут не видно замочной скважины, тут непонятно, что стоит. Вот стоит вот такая штука. Ну, закрыто все. Угу. Да, закрыто. А что там стоит дальше, я ж не знаю. Стоит такой, скажем так, хороший, надежный, или стоит самый дешевый, непонятно. Так а что, він же теж може магнитом підійти, відкрити и все. Нет, тут стоит очень много магнитов, тут стоит в зависимости от модели, там 4 или 5 магнитов, они очень маленькие, крошечные, и они крутятся по своей оси внутри, то есть и на данный момент... Не так все просто. Да, там не один магнит. То есть нельзя просто взять, подойти, большой магнит подобрать и покрутить. Так не получится, то есть их очень много здесь внутри, они тоже стоят под защитной этой накладкой. Также в ключе. Когда они правильно стали, вот даже можно по-другому как-то поставить, она не откроется. Когда они правильно стали, совпали все магниты, тогда они открываются, проворачиваются, и тогда открывается доступ. То есть, если вы загубили ось цей магнит, то все. Да, ваши двери уже не откроются. Ну, это фактически ключ, и в комплекте с этой накладкой идет их 5 штук. То есть на каждого члена семьи можно, скажем так, у каждого будет этот ключ. Их можно, да, их можно перекодировать, то есть если даже вы потеряли, либо кому-то там достались, либо кто-то украл ключи, эту накладку можно с магнитами внутри поменять эти магниты, и новые ключи человек получит вместе с магнитами. С іншим вони вже нахлом будуть стояти, да. Так, в іншому порядку, і дуже складно можна відкрити потім двері, так? Але ж ми знаємо, що злодії можуть взагалі робити якісь наліпки, так, насічки на дверях, коли вони хочуть вас, ну, хочуть зробити щось, якийсь непотреб, так, вашої оселі, відкрити, чи, можливо, зламати, чи, ну, все, що завгодно можуть зробити злодії, так, вони ставлять якісь мітки, так, не за один раз вони це роблять, вони дивляться, вони можуть дізнаватися про вас, де ви живете, куди ходите, скільки людей взагалі в цій квартирі чи в цьому будинку проживає. Тобто, насправді, у них така ціла схема відпрацьована. Так? Ну, так кажуть, що є таке все це є. Чи відомі вам такі методи і як треба уважно дивитися на свої двері, на свою домівку, на свою оселю, аби одразу зрозуміти, що ось тут вже злодії попрацювали трошки? Нужно смотреть внимательно, да, если что-то появляется новое у вас на дверях, могут какие-то спички, могут быть веревочки какие-то, то есть если постоянно вы что-то находите возле своей двери, то есть надо задуматься насчет безопасности, задуматься насчет того, что почему вас именно как жертву выбирают. То есть очень внимательно лучше проконсультироваться с специалистами, какие замки стоят, то есть пригласить, может быть, либо там проконсультироваться с специалистами, которые занимаются безопасностью. Возможно, установить видеонаблюдение, сигнализация как дополнительные функции. И увеличить свою безопасность комплексно. Вони ж дивляться, слідкують, так? Якщо люди виходять, наприклад, зранку усі на роботу, нікого не залишається в квартирі чи в будинку, то вже вони розуміють, що вони можуть працювати. Є якийсь період часу,
за які можна потрапити в оселю? Чи можна себе якимось чином вберегти від такого? Можно, можно. Варианты, ну, то есть, они же смотрят не только на сами двери. Или, вот смотрите, домофон – это вещь, которая, через которую они тоже могут проверять людей. То есть, они обзванивают квартиры, тот, кто не отвечает, они отмечают у себя. Угу. И таким образом они также могут прослеживать, кроме этих наклеек, кроме этих вещей, которые они оставляют. Важно, конечно, чтобы дружить с соседями, чтобы были они нормальные и могли сообщать, что если кто-то к вам приходит. Часто, кстати, еще воры, у них есть методика просто ходить и проверять дверные ручки. Я чула, до речі, сама була свідком, коли ось так от, ну, на двері натискають, і ти розумієш, що от вони хочуть відкрити двері. Тобто буває і таке, що люди просто вдома, а забули двері закрити. Все, будь ласка, заходьте і беріть все, що там є. Ну, щоб найшвидше можна взяти. И самое главное, не видно предмета кражи, то есть, ну, не видно взломанных замков, не видно там каких-то поломок и так далее. Они ходят обычно с какими-то папочками и рассказывают, что там проверка счетчика или чего-то подобного. На самом деле это просто ходят и проверяют ручки, и часто могут люди прийти с работы даже вечером, пойти там ужинать и не закрыть. А там повесили сумку с деньгами, с документами, чем-то еще. И они спокойно заходят, забирают и все. И главное, непонятно, кто взял. Така необачність, так, може слугувати вам дуже тяжко потім, так? Ви можете взагалі зарплату принести додому, так? Не встигнути її покласти, а потім виявляється, що ось так от злодії потрапили до вашої оселі, так? А ви просто не встигли закрити двері чи забули. Бувало таке, до речі, що і люди ще будували будинок. От мені розповідали, що недобудований будинок, і думали, що нічого страшного, там будинок ще людина не добудувала. Але вкрали навіть те, що було вже побудовано. Зняли вікна, зняли там те, що вже нібито людина собі там, нібито нічого не було, що красти, але все ж таки і в такому випадку знаходяться ті злодії, які можуть це зробити. Да, это как аргумент, кстати, еще к людям, которые покупают новостройки квартиры и либо там ставят эти двери и стоят эти базовые замки. Они говорят, зачем я буду менять замок, этот самый простой, самый, скажем так, легко вскрываемый, зачем я буду менять, я вот когда заселюсь, тогда... Ну, еще же ничего немає, нібито в квартире, да? Да, а на самом деле сантехника, кафель там и так далее, так, это очень так, много так. денег стоит, а поменять, скажем так, один замок, скажем так, временно, это ничего не стоит. Тем более современные замки имеют свойство перекодировки. То есть их даже если вы поставили, и если вы боитесь, что там строитель, либо кто-то там взял ключ, либо дубликат какой-то сделал, вы обращаетесь в мастерскую, эти механизмы, скажем так, перекодируются, дается вам новый комплект ключей, и старые уже не подходят. Угу. И это намного дешевле, чем покупать новый замок. А с приводу ось того, что у вас тут есть, ось эта табличка, ну, давайте трошки с нею разберемся, что тут, какие тут есть варианты, типы? Да. Это, получается, мастер-система. В Европе уже давным-давно таким пользуются, уже практически 100 лет. И в большинстве стран цивилизованной Европы уже изначально прописано, скажем так, законом, что должны такие системы стоять во всех офисах, во всех домах и так далее. Это и удобно, и по финансам даже более доступно, чем покупать раздельные замки. То есть здесь такой вот очень простой пример для наших, скажем так, жителей. Вот есть, к примеру, тамбурная дверь и две квартиры внутри. Угу. Есть вот ваш ключ, голубой, допустим. Вы можете открыть свою квартиру, номер 8, и открыть тамбурную дверь. Но, получается, ко мне вы в квартиру номер 9 не попадете. А я, имея вот темно-синий ключ, могу открыть также тамбурную дверь и открыть свою квартиру. Но вашу квартиру я не смогу открыть. Таким образом, эти системы можно увеличивать практически до бесконечности, то есть и там и 100, и 200, скажем так, дверей можно делать. Это часто используется в отелях, это часто используется в офисных зданиях, то есть в отелях, когда человеку дается один ключ, он открывает только свое помещение, уборщица может, допустим, целый этаж открыть, а администратор этого отеля может открыть любую дверь в своем отеле. Это как базовый пример, вот чисто на квартире. И, к примеру, если вы покупаете там вот такую систему, вы можете также потом замки покупать различные другие, там, навесные и другого типа, также под эти ключи. И это можно постоянно увеличивать. То есть, к примеру, вы купили там
дачу, либо гараж, либо что-то еще, и захотели тоже увеличить эту систему и пользоваться одним ключом от всех помещений своих. Угу. Это можно все реализовать на базе вот. А на весне, вот вы как раз добре еще сказали, да, про эти замки, насколько они сейчас популярны? Их же теж дуже легко, мы знаем, как с ними раньше обходились злодеи, они просто зрезали это все, та и все. Ну, есть просто очень разные, скажем так, сами навесные замки, разные дужки у них. Вот обычно дужки они срезали, да. Но есть очень каленые, хорошие, толстые дужки, которые просто механизмом перерезать практически невозможно. У них специальные кожухи идут дополнительные, которые защищают, закрывают эти все моменты, которые слабые, угу, скажем так. И плюс от свойств металла и от качества это сильно зависит. Так, ну от вже ми побачили зараз. Ось цей, ці двері, що це за двері і чи потрібно нам орієнтуватися на них? Да, это пример, вот получается отдельно, это гостевой, гостевого типа, то есть есть у вас входная дверь, в нем стоит два замка. Вы можете дать там теще, няне, кому-нибудь один ключ, который, угу, будет открываться только нижний замок. Так. То есть человек сможет приходить, открывать только нижний замок, а верхний не сможет открывать. Угу. Но вы, имея свой ключ, можете приходить и открывать два замка. Угу. И это получается более удобно, если вы знаете, что кто-то придет из людей, которых есть время, ну, скажем так, вот такой главное ключ. Не забути, что вы закрыли, да, на верхний замок еще, да, так, двери. Угу. Сергей, ну, насправді, багато чего цікавого есть. Мне найбільше сподобався ось той с магнитом замок. Насправді, мне здається, что он найефективніше може захистити вашу оселю, так? Ну, а вы как вважаете? У вас же еще есть один там приклад, так? Есть еще, да. Это уникальный польский замок. Он визуально не очень, конечно, красивый, красивый, но у него встроена уже сигнализация. Ось як. И еще, да, кращий захист вашей оселі. Если есть сигнализация, то насправді ви вже помітите, будете знати. Так? Вам сповіститься про те, що хтось намагався відкрити вашу оселю. Самое главное, сигнализация тут идет на батарейках. Батарейки стоят внутри механизма самого. И часто такие замки покупают не только на квартиры, а на гаражи, на склады, на дачи, там, где электричество бывает с перебоями. Угу. И самое главное, когда вы, получается, закрываете, он начинает пищать. То есть он пикнул, это значит, он стал на охрану. Спрацювало. Да. Угу. Вы снутри или снаружи закрываете его. Если кто-то попытается вскрывать дверь, то есть удары по ригелям идет, по вот этим частям, то есть здесь датчики стоят, на самом механизме стоят датчики. Если его попытаются бить, сверлить, атаковать как-то, ну, любым механическим способом, он начинает пищать. Так. А он начинает так пищать. Ого. Ага. А вимкнути може тільки та людина, в якої є доступ, так? Ключ. Ключ. Либо изнутри можно его как бы открыть. Угу. То есть пока вы его не откроете, скажем так, вот ключом, либо изнутри, он будет пищать, пока батарейки не сядут. Батарейки в среднем на 2 года хватает. На 2 роки. Да. Ну, ось такий найефективніший спосіб. Я вам дуже дякую, Сергію, що прийшли і принесли з собою стільки всього. Все наглядно ми побачили сьогодні. Тепер ми точно знаємо, як захистити своє майно. Так, насправді, для людини це ж так важливо. Люди все життя можуть збирати гроші для того, щоб побудувати собі будинок, а потім прийде злодій і може вкрасти для вас найдорожче. Тому я вам дуже дякую, що принесли оце все. Люди, насправді, повинні знати, які ж нові технології з'являються. Будемо чекати на вас ще. Я так сподіваюся, що ще багато чого можна розповісти і допомогти все ж нашим громадянам. Да, так? Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.